Короче, поела салата, столько много съела вкусного салата. Это суп у меня еще варится с филе сома. Такой, блин, классный вообще. Так что-то понравился, какой-то очень вкусный получается. Может, что цибуля такая чи. А это грибы я отварила, а теперь пожарю с цибулей. Уже все должны знать, что цибуля – это лук. Видите, какой он наваристый, жирный. Но не влияет на желудок. О, как хорошо для моего больного горла. Теперь у меня новое место дислокации. Видите, какая я тут красивая, блестящая? Потому что тут лампочка с естественным цветом, дневным. Короче, хотела сказать, что очень хорошо витамины влияют. Зрение обостряется. Общее состояние такое бодрое. Если бы вот это не горло, которое чухается, то вообще было бы супер. Видите, как тут классный цвет, классный под этим светом. Ой, и еще аппетит увеличивается, потому что я съела салата, потом я съела тарелку супа, потом я еще немного поела каши гороховой и с грибами. Кстати, челку я решила на бок вот так вот отращивать. Мне сказали, что хорошо с челкой на бок. У меня она была когда-то так уже. Так мне еще и проще. Баба с воза крокодилам легче. Потому что мне теперь не надо ничего делать будет. Это из-под конфеток. Да, точу конфетки. Короче, раздражает, что горло чешется. Хочется сделать вот так. Почесать, чтобы там залезть и почесать. Говорят, что когда чешется, оно заживает. Не всегда. Там может быть просто они там шевелятся. Эти твари, которые там живут. Хочу, короче, уже идти, ну, в церковь. Я с кумой договорилась пойти. И тогда в аптеку зайти, купить себе лекарство. Лекарство, пырскалку. Какое-то, кума говорила, какое-то противангины, вот этого всего. Поэтому вот так вот. Такая пасмурная погода. Наверное, все-таки еще у меня давление пониженное. Ну, сейчас я померяю. Теперь я постоянно буду мерить. Только съемка сразу. А ну-ка, я померяю давление свое. Игрушечку купили мне. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Чтобы вот это маме такую игрушку, чтобы она тоже бесконечно меряла. Нельзя ей. Нервным нельзя. Вот и мама звонит. У нас немного дождь. Сейчас в аптеку зайду, куплю пырскалку в горло. Она из какой сделала? Итак, пришла я с церкви и так удачно вышла. Мы принесли, ну, поминальное, это панихиду и
Батюшка говорит, типа, ну как раз людей так с десяток насобиралось, говорит, типа, я могу сейчас провести этот обряд поминальный. И он, короче, это, кумама говорит, давай постоим. Он говорит, давай, уже пришли, так, ну он буквально там 15 минут провел, и я там писала имена, так я услышала свои, ну, своих родственников. Бабушка, потом первая бабушку ставила, потому что она для меня главенствует. Потом деда, потом дядю ставила. Потом, короче, мамину крестницу, которая мне снилась, которую убили в 16 лет. Ну, потому что она мне снилась. Потом соседа, который мне снился. Короче, потом кого-то еще. А, отца своего. В общем, короче, вот так вот в рядок их. Так, а это я купила лекарство, сейчас буду Ангилекс, антибактериальный, протизапальный, знеболюючий, місцеве лікування захворювання ротової порожнини і горла, спрей, так, дорослим та дітям, зрослим одно розпиління 4-6 раз в сутки, дітям одно розпиління 2-3 рази в сутки. Гексидин, тут холина салицилата, хлорбутанол, гемигидрат, ну и вспомогательное. В общем, сейчас будем пырскать. Так, вот такая бутылочка прикольная. Ой, куда ты слетаешь? Придумала. А, надо так снять, потом вот так вытянуть. И вот так вот. Да, это просто крышечка, чтобы придерживала. Потому что мне уже заманало оно. Это с этой стороны больше. Ну, один, говорят. Сейчас я попробую проверить вот так вот. В воздухе потравила бациллы. Почему вечно вроде не туда попадаешь? Сразу слюны. Сейчас слюны просто полный рот. Ну, надеюсь, оно мне поможет. Кума сказала, что ей очень помогло. Ну, малому ее. Ангилекс. Ну, такое приятное, такое мятное, сладенькое. Так, а сейчас покажу, что я купила. Завтра я маме передачи передам. Передам там конфет. Шоколадку и, короче, кое-что, а, еще эти, собакам, котам, там много всего, всяких засохших хлеб, там паска, ну, кому хочет, хай, хоть котам, хоть не котам, ну, в общем, такое, сейчас вам покажу, что я еще купила. Короче, купила маме, тут, извиняйте, у меня немножко заставлено, все, что только можно. Я то разгребу, то опять. Купила ей чуть-чуть помидоров, чтобы она их попробовала. Она их явно еще ж не купит. Ну, не купляла и не купит, потому что дорого. Так, это я себе. Купила ей апельсинов. Ой, по акции по 20 гривен. Купила 4 штучки ей. И пекинскую капусту ей. Хай салатик ест и апельсинами зажевывает. Хотела и мясо, ну типа, а потом посмотрела, и меня так страшно около того лотка стало. Такое оно все страшное, то мясо. Куриное, я подошла и чувствую, оно такое наколотое, такое неприятное. Поэтому не купила мясо ей вообще. Глянула на фарш, ну показала, что он крашеный.
А на мясо глянула, это просто как страшные трупы какие-то. Не захотела, думаю, нечего ей есть мясо, хай ест траву, дольше проживет. А себе купила рыбы, скумбрию, 58 гривен, вот такая вот. Ну, что селедка, что скумбрия. Потом купила вот этот соус тартар, щедро, с органичными специями. И хлеба половинку и семечек. Это я себе купила. Ну и лекарства. Ну вот так вот, знаете, 300 гривен вот это. Все. Так вот, знаете, так чух. И ничего бачить. Потому что дорогое все. Капуста, я вам сейчас скажу, сколько стоит. Чтобы вы понимали, какая у нас цена на все. 56 гривен килограмм, 44,90. Короче, 45 гривен за вот этот качан 800-граммовый. А эти 20 гривен, даже 23, 24 апельсины. Ну, такие я выбрала, вроде ничего сочные. Тоже есть совсем. Ну, и эти тоже 45 гривен аж. Ну, они хоть пахнут помидорами. Украинские вроде написано. Вот так вот пахнут реальными помидорами, знаете. Огурцы не захотела взять, бо там были такие страшные, тепличные, но они какие-то страшнющие. Я думаю, обойдется, хай ест то, что это. Салаты с помидором или так погрызет его. Меньше того всего гадости, этих самых мяса и всякое такое. Лучше это. Так, такое чувство, что пырснуло как-то не туда, где оно болит. Но это всегда такое чувство. Ну, то его проблемы. Хай там само решает, туда оно чи не туда. Хочется несколько раз туда, бо там чешется такое и болит, и все остальное. Ну, посмотрим. Еще сколько там написано? 4 раза. 4-6 раз в сутки. Ну, еще перед сном раз надо вырастать. Часто ж тоже нельзя. В общем, вот такие вот у меня дела. Пырснула, теперь есть нельзя. Поэтому будем сидеть, ждать, пока пройдет хоть полчаса. Да я есть и не хочу, честно говоря. Я так поела, да, да плотно, что аж вылазила. Потому что пожарила вот это грибы. Это не пугайтесь, это просто мне так каша из этого, ну, с хлопьев гороховая и грибы пожаренные с цибулей. Ну, она жирная. Ох, короче, а сейчас я соберу сразу пакетик маме. Он с морозилки уже завтра вытащу. Вот и все.